купили пельмени всей семьей, а здесь семья творческая и позитивная, очень классно. Во-первых, это общение со своей семьей, во-вторых, вкусно поесть, ну и в-третьих, наверное, это самый любимый, наверное, продукт сибиряков, да не только сибиряков, а всех людей, наверное, живущих в России. Поехать на Total Soul, это фестиваль в Питере, который будет проходить. Соответственно, организаторы предложили собрать всех творческих людей, но сделать это неформально, с помощью лепки пельменей. Поэтому у нас сегодня все творческие люди Ачинска, которые лепят, творят, ну и потом будут кушать.